Так, друзья, продолжаем наши прогулочки по городу Фано. Сейчас в сторону центра вроде бы идем. Хорошее море, хорошие пляжи. Вот, пойдем посмотрим, что у нас еще есть в этом городочке. И еще достопримечательности присутствуют. Такую небольшую прогулочку совершим. Вот эта стена у нас получается такая оборонная какая-то. Раньше стена была по кругу, она идет. Что на этой стороне, что на той стороне. Спокойные у нас улицы начались. Сидят итальяшки, обсуждают последние светские новости, что же произошло за последние 15 минут в мире. Вот. Здесь типа пошивочный. Кафешки, ресторанчики. Очень вкусное мороженое тут, кстати, продается вообще просто обалденно. Итальянское мороженое. Цветы, недвижимость. Вон, примерные цены на недвижимость. Эти 500 000 евро. Вот здесь такие серьезные апартаменты, конечно. В данный момент, так как лето, то отели здесь не дешевые. Ну как не дешевые, относительно, естественно. То есть, допустим, за 20 евро здесь нет апартаментов. Этих отелей, точнее, номеров нету. Вот. Минимум сороковник в данный момент идет. Вот. И несмотря на то, что опять-таки лето, туристов, кстати, много, но нету вот этого какого-то безумия. Обычно, если лето, да еще и такое место, как здесь, очень красивое место, Адриатическое море, набережная. Вот, обычно очень много бывает туристов. Сейчас же нету. Фрукты и овощи. Фрукты, естественно, очень вкусные. Как сказал, в кого мы сейчас живем, летом, говорит, самые вкусные помидоры. Но оно и как бы естественно, потому что летом они. Просто очень много сортов. Около минимум 6 сортов. Это то, что только я насчитал, вот, которые в магазине лежали. А так... Они ездят в специальное место. Он привез такой ящик, целый ящик привез этих салатов, зелени, в общем, привез. Поехал, говорит, я, говорю, завтра поеду, специальные какие-то салаты, специально зелень, я знаю, где самые лучшие, если хочешь, я тебе привезу. Вот, это, говорю, сколько это будет стоить, то есть 10 евро целый ящик зелени этой. Вот, и привез очень вкусную зелень.
Так, здесь что у нас? Здесь, видать, церковь, вон та, скорее всего. Так вот, перекресток налево, перекресток прямо, перекресток направо. Куда идти? Пойдем-ка сюда. Дойдем. Естественно, здесь очень вкусная пицца. То, что пицца все-таки вкусная в Италии, как бы это само собой понятно, потому что все-таки здесь ее придумали, но то, что это реально так, я еще убедился, когда в Венеции был. Вот тогда я попробовал эту пиццу, я реально понял, что на самом деле пицца в Италии и пицца в каких-то других местах — это две большие разницы, как в Одессе говорят. Так оно и есть. Так, что ж, друзья, буду экономить батарею сейчас. Зайду в центр, посмотрю, что там. Что-то интересное будет. Покажу побольше достопримечательностей. Такие красивые магазины. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.